Полеты это, конечно, хорошо, но одними полетами с этим не будет.
Я бы мог потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно еще столько всего узнать. Вот, Джонатан снова один в небе. Голодный, уставший, пытливый. Он изучал полеты всю неделю. И за это время узнал больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете. Он поднялся на 1000 футов. Вошел в пике и понял, почему чайки такие растут в крылья. Всего за 6 секунд он развил скорость в 70 миль в час. Скорость, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Камни улетел в воду.